Новое видео выходит каждый день в 20:00. Вы знаете, в самом начале карьеры Делорензи я очень активно смотрел и поддерживал его, и безусловно радовался, что у него что-то да получалось, ведь я знал его еще до YouTube канала как такого, знаете, неплохого средненького графического дизайнера, но то, что с ним произошло далее, это просто пиздец, он поменялся кардинально, тот, который он был в своих первых видеороликах, и тот, которым он стал в своих последних видеороликах, это просто пиздец, и я не знаю, в общем, как все началось, вот просто как зародился этот видеоролик. Я просто сейчас посмотрел самый последний ролик у Делорензи, я сразу включил запись, я не могу просто терпеть, я хочу сказать то, что, блять, у меня накипело уже, я сука, не могу. Если, вы знаете, в начале карьеры Делорензи было не особо заметно, там, постанова это, не постанова, было что-то посередине, но я более чем уверен, что у Делорензи весь канал в постановах, и вы знаете, мне похуй. Мне абсолютно похуй. Снимай постановы, но так или иначе делай это качественно, чтобы люди хотя бы это не замечали. Вкладывай какую-то душу, старайся хотя бы. Если ты снимаешь постанову, но снимаешь ее на палочку гениус, там, я не знаю, с каким-то плохим хромакем, как у барона, но при этом ты стараешься что-то сделать, стараешься вложить душу, стараешься как-то поэкспериментировать с монтажом и многое другое, там не без проблем. Снимай постановы, делай то, что хочешь, наебывай людей, мне похуй. Это капитализм, каждый зарабатывает так, как он может, это вполне нормально. Это вполне естественно для капиталистической системы, но сейчас не об этом, понимаете, сейчас просто вот не об этом. Я, как обычно, шерстил YouTube, там смотрел разные видеоролики разных самперов, и тут мне в рекомендациях высветился видеоролик Делорензи, новый видеоролик, на нем уже было 300 тысяч просмотров, и я подумал, ну а почему бы его не глянуть? Что вот нужно снимать на GTA Samp YouTube, чтобы у тебя набиралось 300 тысяч просмотров за буквально несколько дней или несколько часов, там, я не знаю, я точно на дату не смотрел. И вы знаете, то, что я увидел, это просто повергло меня в шок. Это Барон Гейм Коронас просто на максималках. Просто вот, блять, Барон Гейм Коронас. Вы знаете, как Барон Гейм Коронас делает свой ролик? Абсолютно из пальца, только потому, что ему нужно заработать деньги. Вот Делорензи в данном случае был вот таким, знаете, этаким Бароном Гейм Коронасом. Потому что вот то, что, блять, было в его новом видеоролике, это не поддается, сука, никакому, блять, логическому и, ну, хоть какому-то, блять, описанию. В общем, ладно, давайте, как в рассказах Гоблина с Климом Жуковым, мы сразу перейдем к рассказу о том, что там такое было. Возможно, тут будут всплывать какие-то фрагменты из данного видеоролика, вполне возможно, не могу это отрицать, возможно, ничего подобного не будет. В общем, как повезет и многое-многое другое. В общем, с чего начался ролик? Разумеется, с приветствия и с клянчения лайков. Мне похуй, так делают пидорасы, но мне уже абсолютно похуй. Поэтому я не буду говорить, чтобы вы писали комментарии мне или писали комментарии Делорензи по поводу того, что у него, блядь, какие-то там постановы и так далее. Однако, давайте уже перейдем к этому немного дальше. И вы знаете, ранее постановы у Делорензи были такие, знаете, особо незаметны, да и многое другое. Но вот этот видеоролик, последний видеоролик Делорензи, это, блять, просто, это такая постанова, сука, это, блять, не Чебураша ТВ, блять, это, я не знаю, там, какие есть постановщики пранков на Ютубе, там, не Николай Соболев, блять, ни в коем случае, нет, это попизже, это, блять, похоже, я не знаю, видимо, он подумал, что аудитория настолько, блять, тупоголовая, настолько, сука, тупая, что просто, блять, можно высрать любое говно, просто вот так вот подать, блять, с вот этим вот своим фирменным монтажом, с панкропами ебаными, с этими вот со всеми интонациями, со озвучкой персонажей, и все так же зайдет. Однако, блять, нет, как минимум я сделаю этот ролик, а, ну, и это, наверное, весь максимум, потому что более эту ситуацию никто не осветит, только если какой-нибудь там, я не знаю, GTA сам ютубер, которому нужно будет куда-то вставить рекламу, но он не будет знать куда, и, в общем-то, сделает ролик на эту тему, или там, наподобие того. И вы знаете, я смотрел, блять, на эту хуйню, я не понимал. В общем, как все началось? В общем, он идет и встречает продавца там на мосту ЛВСФ или наподобие, ну да, ЛВСФ, который находится там по пути в Байсайд, встречает этого самого торговца, и торговец ему продает, вы не представляете, iPhone X, ну, естественно, резоновский за 100 тысяч долларов, и предлагает продать буллет за 150 тысяч долларов, чтобы вы понимали. Вот. И, понимаете, Делорензи такой делает удивленную ухмылку, такой говорит, блядь, что-то как пахнет каким-то, блядь, наебаловым, и оказывается, что это видос Делорензи, блядь, попахивает.
Но не то чтобы попахивает, воняет каким-то ебаным, сука, наебаловым. Потому что это такой пиздец, блять. Это полнейший пиздец, сука. То есть, я опять же повторюсь, у меня нет никаких претензий к постановщикам. Но делайте это, сука, нормально, чтобы хотя бы было охуительно смотреть. Могу пример, блять, даже привести. Фредж Гриф. Постановы. Смешно. Охуительно. Делорензи. Постановы. Смешно. Нихуя. Охуительно. Сценарий, проработка, текст, монтаж. Нихуя. Все абсолютно стандартное. Накидал стандартных пресетов. Накидал стандартные цветокоррекции. Блять, поклянчил лайки в начале. Попрощался в конце. Все. Это весь новый видос Делорензи. Так вот. Я немного отвлекся. И пошли они, значит, продавать буллет, который на Аризоне, если мало ли кто-то не знает, стоит около 10 миллионов. Продавать его за 150 тысяч. Делорензи настоял на том, чтобы буллет продали за 200 тысяч. Ему продали буллет за 200 тысяч. И после этого ему звонит вот этот человек, который продал буллет ему за 200 тысяч, и говорит: слушай, блять, я тут проконсультировался со своими друзьями, что-то оказывается, блять, буллет стоит около 10 миллионов, а Делорензи ему, собственно, говорит, что, блять, не, я тебе ничего не верну, потому что, бля, я буду проповедовать, что нужно кидать чуваков на деньги и не рассказывать, сколько стоит по-настоящему вот этот вот самый транспорт, который они и продают. Красава, Делорензи, нормальный пример подаешь, прям вот на Аризоне, мне кажется, многие так будут делать. После этого человек по телефону сообщает, что Делорензи, блять, найдут, и что происходит дальше, это просто какой-то, блять, видеоспектакль, сука, на ютубе, блять, в сампе. В него врезаются машины, и тут, когда в него в очередной раз врезались еще какие-то машины, ему говорят, мол, слушай, блять, не хочешь вступить в наш, блять, клуб? Автомобильный, сука, клуб. Но для этого тебе нужно нам продать буллет, сука, и телефон за $1, ну, за минимальную сумму. И, блять, это такой пиздец. И он говорит, типа, ну понятно, что они хотят меня наебать, но у меня есть другой способ, как можно с ними сделать все по-другому. В общем, он просто жалуется на них, на администратора, этих чуваков банят, все. Конец видоса. Без рофлов, блять. Это просто пересказ. Извиняюсь, блять. Задел поп-фильтр. Это просто пересказ, блядь, длиной в несколько минут, но видос идет, сука, 12 ебучих минут. Охуеть. Просто, блядь, пиздец. Я смотрел, я думал, блядь, Делорензи, тебе вообще уже похуй или чё, блядь? И ладно бы, знаете, была какая-то пометка, что все персонажи вымышлены, совпадение с реальностью, случайность, и все это пародия, плод больного воображения автора. Нихуя такого нет. Все подается как обычная, блядь, ситуация на сервере. То есть, я понимаю, что я сейчас бомблю на Делорензи, на человека, которому всем давно понятно, что это, блядь, постановщик галимый, но так или иначе. Понимаете, так или иначе, сука. Я опять задел поп-фильтр. Блять. Но, сука, так или иначе. Ну, можно же хоть немного-то, блять, постараться. Но больше всего меня удивила реакция, блять, подписчиков Делорензи. 44, сука, тысячи лайков на 1000 дизлайков. Кто эти 44 тысячи человек, блин? Нет, давайте не так. Кто это 1000 дизлайкнувших? Я хочу их посмотреть. Наверное, суммарная аудитория всего моего вот этого вот канала поставила дизлайк, потому что увидела вот эту вот хуйню, и все. Серьезно, блядь, Делорензи, что это, блядь, такое? Что это, блядь, за хуйня галимая, блядь? Я понимаю, да, вы можете сказать мне, ну, блядь, постановы, зато охуительно. Это не выглядит охуительно, это не выглядит интересно. Это, тут нет никакой задумки, нет никакого сценария. Это просто, блядь, я вам могу в игру, блядь, зайти на стриме, то же самое, блядь, сделать за пару минут. Это просто, блядь, насрали, налепили, блядь, монтаж вот этот типичный Делорензовский, блядь. Никаких персонажей, блядь, новых, ни какой-то, блядь, экстра вагантной, сука, озвучки. Нихуя тут нету. Просто, блять, это даже не калька, блять. Это пиздец. Это какая-то, блять. Это прозрачная, сука, бумага. Тут нету нихуя. Я вам говорю, Барон Гейм Коронас от мира, блять, Делорензи, вот этих монтажей с панкропами. Пиздец. Что это, сука, за хуета? Блять. У меня так горит с этой хуйни, я просто, блядь, не понимаю, когда талантливые, реально талантливые креаторы по типу Лучеги, блядь, Киекняши и прочих, которые заморачиваются своими вот этими вот ебаными сериалами, собирают там по 30 тысяч просмотров, блядь, ебаный хуесос, записывающий хуйню с одного дубля, собирает 300, блядь, тысяч просмотров и 44 тысячи лайков. Пиздец, куда мы, блядь, катимся, что это за пиздец ебаный?
Ой, блядь, это просто пиздец, сука, я смотрел на это, и я, блядь, не мог понять, это, я сплю, блядь, или что, у меня какие-то галлюцинации, он серьезно, блядь, это выложил, он серьезно, сука, это выложил, серьезно, Долоринзи, блядь, я не знаю, у меня нет никаких, блядь, слов, это пиздец, это, блядь, пиздец, я просто не знаю, блядь, но ролики про деда смешные были, хотя бы это более-менее как-то нормально, блядь, делается. Если он, блядь, ролики про деда не испоганит впоследствии, то, в принципе, все будет более-менее нормально. А так, ну, я не знаю, это какое-то говно какое-то ебаное. Я просто, я не знаю, блядь, кто может это смотреть, кто может на серьезе, блядь, ставить этому лайки. Это пиздец, чуваки. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Вот. И я не буду вам говорить, чтобы вы писали слово постанова, если вы досмотрели до этого момента. Ни в коем случае. Нет, я не буду вас боить на комментарии. Ни в коем случае не пишите слово постанова в комментарии, если досмотрели до этого момента. Чтобы я не знал, что вы досмотрите до самого конца. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.